правильно. Там ругается так, а? Орешки. Да. А слышно, да? Пока лайк идет. Давайте аккуратнее, не толпитесь, сейчас отпадают. Передавайте друг другу бетера. Как дела? Че найду пацана? Знаешь, о, пацаны, на ты знаешь что? Сука, блядь, возьми. Смотри сразу. Сам наявит уже. А? Меньше, чем дубу. Хаммер, что тебе там надо, а? А что, прикладом больше меня вырубать? Так, смотри. Где-то фашисты. Перекомбинация клавиш, чтобы прикладом вырубить. А, нужно успеть, ну это, мини-игру такую сделать. Смотрите, что тебе там делает, пляшет просто. Да? Мип, ты наводился или все? Нет, я на стрелке. А Титан где? Меня что-то долбануло. Вылечит просто. А у меня все на месте стоят, поэтому... у меня водитель занят, только что свободен. Полагает, подождите. Полагает, я на водителя вначале садился, это, наверное, от этого. Надо ждать, пока не могу найти амуницию на жопу. Окей, окей, ждем. Эх! Там так смешно ножками сучит. Долго лагает. Есть такое, что надеюсь, эти сессии разобьют. Выходим на позицию, занимаем ее, умираем, нет, что это за командиры там такие? Еще начинаем следующую миссию. Хер его знает. Ты меня не зазерпозил. Спасибо, ага. Ребята, накидайте это наркоты уже куда-нибудь. А, хотя лагает еще, не говорю. Только в рюкзак к медикам не лезьте. Залагают и все, пропадет, пропадет все медицина. Так, нет, проверка. Отлагивает тихонько. Тут уже парашютистов заметил. Нет, ты меня слышишь так, голосом? Голос-то, круто. Это гол. Дело, брат. Нет. И, кстати, вполне могут за Лализар залететь, потому что по они, если прыгать, можно до Ратмана долетать. На броню не садитесь, внутрь все. За Лализар они могут залететь спокойно. Да, не садитесь, Беттер, пешком пойдем. Он готов. Мы? Да довезем вас. Не надо довозить. Пашка, главное, ну, все, ну, все, мы все, ничего никуда не едем, а то передаем своих сил. Нет. Так, пехота, мало, давайте на север, через восточную сторону выходим. Борно меня. Борно восточная сторона. Че, ты пешком идем? Здесь собираемся, сейчас на пару разобьем сразу. Смотрю, булочка лежит. Так, давайте сразу по парам. Логин, Марлоу. Пилот, Ред Хаммер. Ветик, Одет. И Газон, Тедди и Боб. Ну что, Брюхин, поехали? Поехали.
на позиции. Алло. Брифинг? Давайте бежим на север, пересекаем дорогу. Мип. Да-да, слушай. Поехали на позицию. Сейчас. Ты ДВ у нас правильно? Я тебя на плюс 15 сделал. А, ДВ нет сейчас. Какая она нужна? Какая там она? 14.05. 14.05. Стрельба. На 40. Второй на первый. Стрельба, мы подойдем. Че, поехали, да, на позицию? БТР, КНД на 2. Едем, едем на позицию. СВ дозор на гаре. Круто, все зажгли. Сейчас, наверное, уже их. Наверняка. Газон на связь? Да. Где вы? На север, беги, беги, пересекай дорогу. Но я не занимаю позицию здесь. Q, это Фокс, там продолжать движение на свою, на свой НП или помочь Басте? А дави фонарик. Эдди, хуйни-ка на север подальше, офигительно. Не понял, повторюсь. Так, наш позиция не спалит. Фокс, там продолжать свое место двигаться или помочь Басте? Белый свет, да? А двигайтесь в свою позицию. Понял. Газон на пятое, на правой позиции. Риев, только мы выглядели. Это не мы. Гефест идет второй. Второй на связи? Второй, не надо забегаться так далеко. Ставлю, он мне маркер ближе. Риев, на 100 азимут, повернись. Привыто. Мордой. Как принял маркер? Закрывает обзор. Все, все. И назад сдай чуть. Чтобы только башню торчать. Готовы к маркеру? Вижу, вижу, вижу. 2.19, да? 2.19. Приняли, выдвигаемся. Блин, закрывают. Давай назад. Кого была стрельба? Доложите от цели. А мы на своей позиции? Чем на одном-то? Блядь, Федя, чудо хорошее. Все, стой, не двигайся, блин, нормально стояли, метр назад. А, нет, ты, конечно, просто бесполезный метр. Все, вот так, вообще зашибись. Блин, стреляй вдаль. После взял запаление, нормально. Ну, может, он просто не знал так. Понял. Так получилось, угол взял такой вот. Надо сейчас вперед по северу пойти на склон. Грефин, на нас метку обнови. Слушай, можно будет построить, зажечь какого-то. Зажать? Мы куда-то смотрим, мы вроде на другой позиции должны были быть. Мы на метке БТР, который под пятой точки. У нас направление вот здесь, на Сибирь. Но я не видел, где очень там страшно было. Я сказал, что мы работаем в парах. Ты должен быть с нами, Федя. Это сейчас уберу. Газон на связи? Что делает будет? Газон. А, наш БТР должен стоять возле места 21-23. Да, ориентировочно сам, то есть. Как огонек? Отправиться в мускуру? Вот так, бля. Ну, видишь огонь? Вижу, давай туда, вот, да. С восточной стороны от нас могли уйти по темноте. Не свети ты на нас. Я все, я уже свечу. Это северно-западный дозор. Нам остаться все еще на гаре?
А недалеко лети просто. Еще был чуть подальше. Говно световая сама. Так, тихо, тихо. Дорогу прошу меня. Вижу, прошу меня. На востоке от меня. Принято. HQ, прием, бифандиты, стекли противника. Блин, у вас тут кровно, 90 градусов. Чей бы это едет? Кто? Страна же тут. HQ, это РЕ. МП-2, не дошли до него, командир убит. А кто за него? Дай сбор, фару, включи свои, на восток. А давайте его... Впереди кто-то лежит. Смотрим. Или снайпер, то ли... 339. Свой? Нет, вас, значит, так стоять, чтобы видно нас было, можете? Да, похоже, это вы. Нормально стоим тогда. На 47, смотрите в оптику, что удалили. А, от нас на востоке, куда движение, вижу. Ага, это второе деление получается. Да, свои там. Сам, скажи, парад. Еще раз, от нас на 90, свои. Это 50 пинников лазер светит. Где НП-2? А, вижу все. Наблюдаю. Это два противника, видите, как серьезно. Это от нас юго-восток. От нас. Так, я на холме, где вы? Мы ровно на север ходили. Где дороги дотекли. А пусть ты не доскрепите его. Ты полтинник. Блин, я подвижусь, если что. Слышишь? Да. Я тебе мощью буду по тысячу отдавать, скажу. Мы на открытой местности стоим, может нам отъехать куда? На открытой. В доме посмотрим. Ладно, все, лежим, не дергаемся. Песенка, свет работает, отца отрабатывает. Да, прямо, да? Да, 240. Видишь, что? Или как-то так. Примкни. Да. И мерку на нас точно. Я догадываюсь, где она. Кажан, попроси бота, который на базе, чтобы этот дебил не палил меня. Мы хотим сейчас усилить местную долинку. Врага вижу на 190 азимут. 190. И стоит. На блок по-моему. 47 не можешь увидеть, фраг это или нет. 190 это наша зона. Территория имеет, база. Да, свои там. Блин, где вы, я смотри, могу в темноте сходить. Значит, враг еще с юга идет, потому что по ним работали со стороны базы. Давай-ка Редхаймер вперед, нас на север шло, на 100 метров. Да, мы сместились под вахом и взглянуть. Да, правильно, там ничего не видно. Короче, я вот на карте дороги, которая спускается на север, вместе с двумя холмами, левым. HQ на связи? А, 280. В районе ПТР-2 пехоту бы выдвинуть, там есть кто наши? Так, второе деление, которое поступило от нас, из севера обстреливает.
Мы строго на ноль от нашей базы. Строго на ноль. База довольно тяжелая. Что за мной наблюдаем? Очень тяжело, когда это было покрыло. Старайтесь поменьше пули. Там и так сделать пиздец, как бы пятый. Бог ты потерялся, блин, ну тогда сиди там поближе к базе, около батара. БТР-2, прием. Ютью, прием. БТР-КМД, наблюдаем БТР к востоку от нас, буквально 100 метров. Сейчас метку поставим на нас. Запад, нахуй. Логин, разлети в окно, не можешь ничего не ставить, нет? Первый, пока ставить метку, закладывайся. 225. Метка БТР-Арьева просто. На 80, да мы, по-моему. Терри, так точно, отгонялись. Да, тоже вижу. Бог, ну, по ней, по всей стороне, по ней, 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 еще раз, значит, от нашего местоположения по азимуту 225 к югу. Сторона базы двигается один человек. Значит, вот в открытом режиме. А, два отделения на нашем площадке спускаются. Отметки 35 метров в Гаспане. Принял, наблюдайте. Что это случилось? Только, пожалуйста. Это я иду, если что. Здесь уже полчаса хожу. Хорош луди. Грейтинг вперед. Выкатить, чтобы за угол влево. Газон. В Нагоре в камнях есть в южной части города. Это есть второй просто грехать БТРом, потому что у нас есть контакт 50 лет. Хочешь так, дурак? Видел оценить? Это резко не входит и делать что. БТР, БТР, откатывайтесь назад. Чего вас пихает? Дурак, ты бог, ты. Карьер 2, мы сбежали. Можем мы дойдем на базу? Ну да. Отходите, отходите. Давайте мы на КВ выйдем. Переходи на КВ к дозору. С ними там будет. HQ, это Фокс, прием. Мы не выдерживаем. Патроны к концу подходят. Три отряда с нашей стороны. Три отряда. На юге работают расширение. Принято, принято. Первое. Отходите, отходите. Я вижу нашу работу. Первый поставил для вас. На первой отсеке был противник, так внимательно. Все, на восточный холм, возможно, будет защищать. HQ, это будет КМД. Может, мы выкинемся в район 4-го НП и отработаем по врагу? Третий на связи. Третий на связи. Мы снаружи поднимемся. Можно к вам туда быстрее подогнать? Нормально будет? Наш вперед. Да. Это наш клон. Давай, действуй. Давай. Брифон, поехали. Газон, мы на НП-4 двинем. Не, не надо, ты что, там опасно. Слишком быстро противник. Ага, вижу. Нет, карта есть, посмотри, основное сила удара где-то с востока, с северо-востока. Да, наблюдаю. Вот, открою пока тут. Мы юго-запад будем крыть сейчас, отработаем и вернемся. Если горишь, блядь, пеняем себе. Понял. Третье отделение, это кто у нас? Третье отделение, это отделение Гремова. Понял, сейчас на КВ к вам приду. Грехин, сиди с газоном на КВ. С
смотри, северо-восток. Здесь ничего нет. Гриффин, стоять. Блин, Гриффин. Угол на 210. Сделай. Разбавь чуть вперед, чтобы аэродром был виден тебе. Гриффин, перекрывай, перекрывай. Гриффин, надеюсь. А вы в боксоне, да, рекой? Чё-то нет. Она титан не мавит. HQ нас зажали, парашютисты на востоке и с севера еще против. Так, внимание, на 295 на... у нас на востоке высадились два парашютиста. И твердая, два человека. Походу, знаете, не одиночка. Садите на базу. Двое подтвердили. Второй поставил. Подберите рации с трупов. Идут по полю, прям по полю сейчас идут. Прям по полю их можно заметить. Идут к нам, можем начать обстрел. Они пока двигаются, негде укрыться будут. Ждем, когда выйдут на поле. Они уже вышли. Можно кто-то прикрывает. Можем газон разрушать. Огонь свободный. Логин, трассер организовать. Смотри, трассер организовать. Мы перед НК прямо сидим. БТР нет. Логин, трассер. Мало, набегай, что ли, за камнем лежит. За камнем лежит. БТР нет. За каким? А, трассер. 184, смотри. Трассер свет на 32. Где? Далеко горизонт, где? Смотри, двигается пехота. Вот сюда, давай, вали. О, трассера вижу. Давай, вперед прокатись. Он же взял кого-то, да? Глуши. Глуши, глуши. Да. Северо-западный дозор, хорошо, что вышли на... Что? Конечно. Марвел, Хаммер, смотри, я ранен. Хаммер, живой? Именно, со стороны Будды. Хаммер, где двигайся, залит, а ваша текущая позиция, квадрат. 0-3-4. Логин, прикрой, я пойду посмотрю. Он живой, все перевязывается. Вперед пройти. Противник побежал. Один еще взял. Огонь, огонь, все. На подавление фигачи. Я не прицелился. Отвалился. БТР, отставить стрельбу, ребята. Второго завалили? Трассерами, я потерял его место, но из-за ярких кто докладывал? Это БТР. Трасса, он где-то на 310 где-то вот так. И раз меня грызает, то видимо сдох уже. Нет, я еще. Готов. А второй, да. А подсветите с БТР. Юан, мы на На 30 чего достоверится, тоже хорошо. БТР, все вас никто не прикрывает. Можно там пройти. Я понимаю, что я на группу пехоты. Говорите все вместе, я никого не понимаю. Сделайте группу пехоты. Наш второй, наверное, отступает. Газон до трупов противника. Не можешь убить второй, да, ребята. Кстати, на себя маркер стоял. Второй, ты не желаешь. Все, пилот, прикрой. Я бы пробовал. Пехоте тоже отступать? Отбой. Да, пехота тоже. Так, впереди от НП на 210 есть свои в развалинах. Метров 300. Второе, оперативно от вас нужен маркер. Второе.
Принято, откуда вас зажимает? На холме. На холме. Блин, не вижу, не отображается. Вот, второй у нас зажимает. Откуда вас зажимает второе? Титан. А. Правее. 90. Восток, восток и север. Можно покинуть. Давай. Должен попробовать, БТР, возьмите, не позвольте. Второго поддержите их огнем и скатитесь обратно. Да, БТР РЕ. Да, логин 220 из-за холма трактор РЕ. Сюда я думаю, что я пока не выйду. А у нас тут нет. Давай тогда ближе, подъедь, не отображай. Там, ты назовешь, сюда не сомневаешься. Там что? Колышко не буду, если не хотим. Газон, вражеское оружие под драйв можно? Да, да. Все вижу. Тогда твой калаш меняю на М4А1 под словом. Ханец, послушай раз, что мы не снимемся. Смотрите, как дела? Отлично. Ты ведем огонь вместе с БТРом по противнику к ЮВСД. Техника это подъедет. Да насколько бы движение было в лесу? Что больше я не вышел? Нахожусь сильно, поэтому я сразу найду. Да, у нас кто-то на пути от наших позиций учились в наших. Ну, там второе отделение, и мы сходим, как мы наблюдаем. Говорят, нам противник скоро появится. Ну, прости, я там разрыв, я не знаю. Комнаты от нас никаких. Еще двигается пехота. Перевязывай. Где? Туда? На вершине холма, что 82. Это Хаммер, перехожу на вражеское поле. Стратегия? Не знаю. Да. О, вижу. Посмотри, это меня туда идет. Момент, прикольный бегун. Перегрето. Мип, смотри, пожалуйста, 165, пехота какая-то на холме нашей, нет? Наблюдаю. На что возле толпа какое-то движение, не могу понять, что. Повторите, на что здесь еще будет? Нет, на что далеко. Ну, смотри. А, ребят, на что сейчас? 110, двое около какого-то здания или бочки. Нет, разом. Смотри, 166. Оптика в батарее слабая, в бинокле. Да вот не видно, они как бы за этим холмом впереди. Не наблюдаю, не наблюдаю. Да, я сам уже. Да, первый, вы на связи? Кто им стреляет? Так, в городе все-таки кто сидит? Трестеры у нас все стреляют. Я ведь говорю, там второе отделение бета стоит наш. И нам надо уходить отсюда, светимся. Понял? Так, это три, в Гаспанде есть связи вообще сейчас, нет? Нет, никого нету, там противник, только противник. 166. Понял, а вы сейчас были люди, работали на месте. Все развалины, все равно. А, 166.
Первое, вы можете удерживать позицию на маркере 1? Вот, трассера видно. Туда не туда. Первое, прием. Не-не-не, ты просто не туда смотришь. ДМБ. Рядом с вами второе. Вроде доклад ручки к северу погибает. Эй, Беттер, не стреляй, пожалуйста. Все, ну, все. Точка, один свою, куда вы? Куда на вылет, туда и стреляем. А мы летим, останемся по картине. Петра, смотри, работает. Один из четырех. Сюда заработает. Осторожно, где? 180. Эфес, на связь. На связи. Что там с отделением второго? Живы или нет? Немножко живы. Окей, их не прижимают больше? Соседи, где отсюда на 40 левый? Конечно. Лучше у меня один, но ты видишь, можно сохранить. Да, 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 есть такое. Белый на 40 работает. Бежит, 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 походим, я не сломался, не будет, мы там наши высоты. По линии горизонта. Ты по какому адресу? По спуску. Все, вижу. Не вижу, ложим, трассе сзади. Перезаряд. Я наблюдаю там пару целей, веду огонь. Солнышко, не вижу. На севере замечен снайпер противника. Ориентируйся в дистанции километров. Идет по направлению, это огромное навыкло. Логи на проблемы, по нему нас вот это сюда. Понял, сейчас подключусь. Логин жив? Сейчас проверю, но кажется нет. А, кто сейчас бетер работал? Садись второго отделения. На 300 от батареи РЕ наш. Да, стреляю по телу. Бетеры. Чей бетер, что замер логи на проблемы? Да решный, бетер. Там наши туда сидел, что ли? Да, ты убил Логина. А там еще один, это вот этот. Я сейчас вопрос отрублю. Север брать туда. Все внимание на север. Если нет возможности принять бой, вступайте в сторону вокзала. Мип левее, в кустах валяется. На 140. Еще трассера дайте. Что трупа впереди, у нас достаточно. Должен приход. Вот на север Логина, если это не нужно. Рядом с флайерами чуть дальше. Видим прокрасную вот у нас забрал. По этому ракета там будет ждем. И же сон забрал. Уходим. Там еще одна разная труба у него. Вот я забрал, больше не влазит. Марло, может забрать. На север, где север? А, говорят, что под нами метки висели, если метки фаер, брат. Вот там фиксирование от них. Я вообще себя никого не наблюдал. Покидаем позицию. Выбирать их. Против от нас на севере, в северо-востоке. Вернулись. Куда мне ехать? Так, я тебе вперед спустил, да, лет? Кружится, кружится. Притормози. Стой. Я выключил рацию, давай, говори. Противник на цели? О, газон на цели? Противник. Цели, давайте. Работать по ним, да? С
если видите, работайте. Потому что я тебе говорю, а... Западный дозор есть на дальней крыше? Да, поднялись только что. На горящей двигатель. Да-да-да. Повторите последний доклад. С Бастама поднялась большая группа противника приблизительно... Да, некий БТР замечен противником. Кто вы вражу слушали? Говорят, что замечен БТР будут сжечь. Поменяйте позицию срочно. Не знаю, что будет. Двигай. Гриф, ну кого ты ждешь? Что за реакция? Ты спишь, что ли? Я нормально говорю, сделай, что я просто на командире сижу, пока он перестанет. 90, 90, откатись чуть-чуть. Все, закрепись. Метку на нас обнови на карте. Надо к пехоте куда-нибудь отступить. Газон, можно на вашу позицию выйти? Фиолетовый дым на МП-4. Там противник, стоите. А МП-4, мы сели на МП-4. Поправка, МП-1, МП-1. Возможно, Фоксы. Фоксы, вы на отметке ДМБ или на отметке МП-1? Мы сместились от первой отметки до следующих бункеров. На МП-1. Точке, мы сейчас на точке 1 находимся. Фоксы, дымами, помните свою на позицию. МП-1 чтобы... противник заходит, да. На МП-1 противник заходит. Да, подтверждаю, на МП-1 в Гаспанде поднимается противник. Фоксы, дымы, противник на МП. Не наши дымы, не наши, противника. Все понял. Господи, на НП-1 поднимается 6 человек. Нип, они правее, смотри, стреляют, прям видно. Понял. Понял. Перезарядка. Нип, смотри, они стреляют правее и выше. Азимка.
Не вижу трубку. БТР, хватит по своим гасить, долбоёб! Простите. Сука, блядь, все, я иду к тебе, Сида. Иду к тебе, у меня муха. Ну извини, блин, я не знал, что это ты. БТР, РЕ, отсюда? Да. Вы по своим стреляете, что делать? Спасибо, пожалуйста. Хватит стрелять по нам. Что вы творите? Хватит стрелять по нам. Это уже не мы, ребят. А, ебаный свет. На МП-1 ваших-то нету, точно? Вели только по МП-1 гон. МП-1 нет у нас сейчас. Сейчас на точке нету. Передайте этому пулеметчику, чтобы он перестал по нам стрелять. Так, это третье отделение, наша позиция. Передайте ПКМщику, который с Лизара по нам стреляет, чтобы он перестал. Юэн, на вашей позиции противник? На нашей позиции противник закидывает гранату. Так, вижу на блокпосту неопределенного. Пугаю. Свои нет. Так, брифинг, назад отходи. Назад. Ну, к нашим городу. Не к бункеру, не к бункеру. И отходим от блокпоста. Один, 150, 150, в Ализару отходи. Столько не нашло. 150. Там противник на блокпосту. Остановись. Двигай. На МП-4 прокид. Может, у Игоря мы тоже остались. Ой. Это дозор на 4 за ними, с ВДМ. У бункера валяется еще один. Он? Да-да, там у него. Еще у него на ВДМ. Вот ее не извините, я тут не могу. Там точно был противник? Понял. Не трогайся, не трогайся. Газон живой есть? Газон с запада от вас противник НКВ. МП-1 заходили враги, там человек 6-8, по-моему. Да давно это уже было известно, с тех пор, как мы отступили. Но они просто посол дали к нему очень долго. Вот, да, 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 нормально. МП-4 тоже есть.
С востока к Вализару подходит множественный противник. Беттер, переключись на восток от Вализара. Второй Беттер, выйдите на север от проедь рейдом. Север, говорят. Газон, мы сможем на север выдвинуться? Повторяю, Беттер, проведите рейд на восток от Вализара. Брифинг, слышишь меня? Да-да. Надо НП-4 обработать, то есть проедем через месторождение Нагара. Прокатимся. Метка на карте 1. Через эту метку прокатись как-то. Может, посмотрим. Газон, мы через... Газон, мы через метку 1 прокатимся. Стой, ты... Едем. Стоит. На НП опять. Давай назад, на восток. У железного ангара? Железного ангара свои, да? 120, возможно, брат. Не вижу один, простите. Стой. Я дальше ангара. Давай на север откажемся. На пол. Азимут 340. Вам подпадемся. Но наведите на врага, если видите. Поедем дальше. На гору, да, едем? На север. Не, блин, на гору едем или куда? Пока стой. Разрывы на 189.
Бетер, по своим бьешь, Бетер, стоп! Какого хрена, блин? Сергей, блин, тогда вы спрашиваете. Хорошо, будем спрашивать, давай. Я не убил там никого. Скажи. Противник где подходит? А Гриффин. Гриффин, давай на живые северо-запад. Там. Перекатываемся через дорогу к вышкам на 300 ровно. И с того гребня осмотрим подход. На 300, на 300, напрямую двигать, не через здание. Поднимайся на 290, 280. 230. Едем по гребню. О, по склону, по склону. На 200. 210. На 230. Ну, по мне притормози. Стоп. Блин, дым вообще ни черта не видно. Так, на ДВ внимание, веду огонь, по кому не знаю. Заебись. Заебись. Печаль. Ну давай покатаемся. Ой, а что, все что ли? Что-то все, по-моему.